Добрий вечір. Я Вікторія Маринич. У прямому ефірі передача «Без кольору». Сьогодні 7 липня 2009 року, вівторок, у нас є гість не лише нашої студії, а й гість нашого міста. Добре відома людина, яка певний час була десь за лаштунками, чи то політики, чи то економічних різних процесів. Але я впевнена, що сьогодні Сергій Леонідович Тігіпко дасть відповіді на всі, навіть гострі запитання. До речі, ви можете приєднатися до нашої програми, зателефонувавши за номером 751-83-84 і поставити запитання цьому політику, який робить наступні певні, можливо, нові для себе кроки. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Леонідович, безусловно, для всіх харківчан, для наших телезрителей интересует тот вопрос, почему вы приехали в Харьков, с какой целью? То ли же посмотреть, как мы живем, харьковчане, то ли посмотреть, как город готовится к чемпионату Европы по футболу 2012 года, или так громко и публично заявить о начале своей предвыборной президентской кампании? Заявлять о предвыборной президентской кампании еще немножко рано. Я приехал заявить о том, что я вернулся в политику, возвращаюсь в политику. Хочу получить как бы основные проблемные вопросы, которые есть в Харькове, поговорить с людьми, почувствовать, как они видят, каким образом можно решать эти вопросы. Вот прежде всего получить эту информацию и посоветоваться с людьми. Задача у меня простая. Я хочу собрать информацию, чтобы подготовиться с хорошей программой к президентским выборам, на которые я они пойду. Они маловато ли времени, как даже для такого опытного, казалось бы, политика, как Тигипко? Не думаю, что здесь... Вы знаете, вот в кризис время сжимается. И тут будет месяц за 3, а то и за 5. Особенно для тех людей, которые уже у власти. Тяжелая будет ситуация, и те, кто как бы сегодня не при власти, будут получать большие плюсы. Времени, знаете, для того, чтобы сказать и поделиться с людьми какими-то идеями, достаточно. Позволю себе цитату. Газета «День». 14 июля 2000 года. Сергей Тигипко принадлежит к тем политикам, которые умеют быть удобными. Вас очень часто и сегодня при общении называли техническим кандидатом. Кому это выгодно, если так? А если нет, снова же ваша цитата, должностей у нас в государстве много, хватит ли на всех? Я думаю, что человека такого масштаба, как я, и таких амбиций очень трудно сделать техническим кандидатом. Я не собираюсь быть у кого-то на вторых ролях. Мне это просто будет неинтересно. А вот поживем немножко, посмотрим, увидим, кто у кого будет технический кандидат. Придет время, тем все менее, покажет. Многие аналитики и журналисты говорят о том, что Тигипко всю жизнь вот свою политическую был на вторых ролях, и поэтому, может быть, ушел на какое-то время из политики для того, чтобы вернуться первым. У вас действительно такие сильные амбиции? Уходил, понимая, четко понимая, что в той ситуации я взял на себя ответственность за партию, я повел партию и проиграл. И вы знаете, абсолютно нормально, скажем, в той же европейской политической практике, когда лидер приводит к проигрышу, он уходит на какое-то время. Это нормально. Я передал партию, передал, как мне казалось, интересному молодому политику, Коновалюку Валерию, который должен был партию двигать вперед, немножко не получилось. А я ушел на микроуровень, так называемый, на уровень бизнеса. Отсидеться, проанализировать. Заработать денег? Заработать денег, заработать опыт, обдумать все. Возможно, дождаться такого варианта, когда почувствуешь силы и возможности. Вас часто обвиняют в предательстве? Нет. Вы знаете, разговор о предательстве, если говорить о выборах 2004 года, это не ко мне. Я ушел на 10-й день после того, когда прошли выборы. Когда я четко понимал, что после третьего тура, если не победит Ющенко, будет четвертый тур, потом пятый, потом шестой, и так до бесконечности. Шансы у Януковича... Но вы могли остаться и поддержать? Что поддержать? Вот тот процесс, который мы называли выборами, я тот процесс выборами не считал. А вот эту подтанцовку я не хотел в ней принимать участие. А вы не думаете, что и в 2010 году будет такой же сценарий и такая же подтанцовка? Посмотрим, вполне возможно. Вполне возможно, я допускаю, что будут не согласны с выборами 2000 и в 2010. Но вы знаете, тот, кто будет побеждать,
должен быть, может быть, немного более решительный в определенные вещи, в определенных вещах и в определенное время. А вы достаточно решительный человек? Или вы все-таки очень мягкий, очень компромиссный, легко идущий на общение и договоренности? Сегодня, кстати, вы говорили о том, об этом. Что касается компромисса, то я считаю, что для политиков и во всем мире так. Компромисс – это оружие, это не слабость. Во всем мире политики говорят о результатах, а совершенно конкретных результатах, о том, как цены растут, а желательно, чтобы они не росли, о том, что делается со средней заработной платой, о том, что сделается с уровнем безработицы. И ради этого они идут на компромисс, потому что они хотят получить конкретный результат. У нас компромисс считается слабостью, но зато и результаты нашей политики мы видим. Сегодня у нас самый высокий уровень падение экономического производства не только в Европе, а в странах СНГ. Мы имеем самую девальвированную валюту не только в Европе, а в странах СНГ. Мы имеем самые высокие цены не только в Европе, а в странах СНГ. Но при этом премьер-министр говорит о том, что а вот в Исландии, вы знаете, 40% да, уровень инфляции. Да, сегодня я думаю, что любой человек нормальный, здравомыслящий, задает себе вопрос, а в чем ситуация, почему не так. Мы какие-то такие, не такие украинцы. Мы такие. Я могу совершенно четко сказать. Я считаю, что не та власть, не те политики сегодня собрались наверху. Они сегодня просто очень слабые, недееспособные. Государство сильно. Потому что на политическом олимпе очень сильные игроки. Или прежде всего это сильный президент. Вы сегодня об этом говорили? Я считаю, что в нынешней ситуации, когда мы приходим к такому, я бы сказал, очень тяжелому экономическому, прежде всего, коллапсу, а мы будем иметь до конца года 10% безработицы минимум. И в этой ситуации, я думаю, что нужна будет централизация определенной власти. Я за сильного президента. Я не верю, что сегодня парламент, который то блокирует трибуну, то не может договориться, реально не имеет большинства и не распускает себя. Я не верю, что этот парламент будет конструктивен. Но и президент не предлагает никакой развязки этой ситуации. Ну, вы знаете, говорить о роли президента даже не хочется. Он, по-моему, проиграл все, что мог, и сегодня занимается то какими-то гуманитарными вопросами, и то не на перспективу, а глядя в прошлое. Когда-то над вашим имиджем работал французский политтехнолог Жак Сигела. Кто сегодня являются вашими политтехнологами? Из каких дальних морей океанов вы их завезли, экспортировали? Жак Сигела уникальный политтехнолог. К сожалению, он не занимался моим имиджем, но были несколько специалистов, которые действительно помогали мне. И я тоже даже ездил туда, немножко учился. Это классика. «Спокойная сила» — это его лозунг, который Митеран проводил на выборах. Сегодня работает украинско-российская группа молодых очень ребят, очень талантливых, способных. Но вы знаете, я в этом деле немножко что-то понимаю, пока штабом руковожу сам. И я надеюсь, что мы хороший продукт сделаем. Скажите, вам не мешает груз трудовой Украины? Вы знаете, не мешает, а помогает. Я был в партии, которая руководилась, ну, я бы сказал так, такими серьезными тяжеловесами, бизнесополитическими. Был Виктор Пинчук, был Дмитрий Табачник, был Андрей Деркач, был Игорь Шаров, был Александр Един. Я скажу, что в некоторых вещах я себя чувствовал очень неуютно. Так вот, такой ошибки я точно не повторю. Не будет ни больших бизнесменов, не будет ни таких тяжеловесов. Я буду создавать однозначно партию, и она будет строиться совершенно на других принципах. Там будет сильная внутренняя демократия, где каждый человек себя будет считать значимым и будет понимать, что от него зависит в партии многое. Скажите, вы вот намекнули на то, что все-таки хотели занимать главную лидирующую позицию. Ну, поскольку лидер партии, да, это все понятно. Но насколько вы будете допускать уровень демократии? Потому что всегда легче руководить той партией, члены которой являются более слабыми игроками. Всегда надо помнить одно. Чем жестче конкуренция внутри, тем эта сила будет жестче уметь конкурировать наружу. Поэтому лидерство свое ты в бизнесе постоянно доказываешь. И в политике необходимо делать то же самое. Многие наши политики приходят и консервируют ситуацию, замыкая все на себя. В конце концов, это политики не на долгий период времени, это среднесрочная перспектива. Сегодня возьмите наши политические образования, выньте оттуда лидера, и этих образований не будет. Их нету просто-напросто. Но многие образования и группируются вокруг лидера.
Да, вокруг лидера, но это неинтересно сегодня. Это уже для меня, например, это неинтересная задача. Мне интересно создать новую политическую партию, где будут вот такие сильные, интересные люди, которые хотят изменить страну по-настоящему, и которые не будут работать на одного лидера, которые будут работать на силу. Модель какой страны вы изучали, или стран, или работу каких лидеров для того, чтобы что-то почерпнуть для себя? Потому что все равно велосипед даже не получится. Что касается партии, то много всяких интересных идеологий есть. Очень интересные решения в свое время предложили новые либеристы. Был такой интересный лозунг «работать по-рыночному». Ну, буквально он звучал приблизительно так, что работать по-капиталистически, а делить по-социалистически. То есть явно, что в экономике мы сегодня имеем рыночную экономику, которая дает самые эффективные результаты во всем мире. А вот поработать по социалистическим подходам, вот таким, чтобы действительно поддержать самых социально незащищенных, на них сориентировать достижения этой экономики. Вот это интересно. Позволю себе цитату. «Он не смог найти себе место в правительстве, которое работало честно и прозрачно, не лоббируя ничьих интересов». Так высказала вас Юлия Тимошенко. «Украинская правда», 27 апреля 2001 года. Тем не менее, в марте минувшего года вас пригласили стать советником премьер-министра, и вы тогда стали сопредседателем Союза инвесторов при Кабмине. Скажите, на чем зиждилась любовь ваша взаимная с Юлией Владимировной? Что касается 2001 года и вот этого высказывания, я действительно ушел из правительства Ющенко, потому что, вы знаете, во-первых, я не боюсь делать таких шагов. Я не приклеен к власти, извините, клеем таким, который ты не оторвешься. Мне интересно делать дело. С Виктором Андреевичем делать дело очень тяжело. Особенно тем людям, которые организованы и которые любят стратегию и перспективу. Я сам заявил и, поработав с ним 6 месяцев, ушел. Честно и открыто ушел. Избрался народным депутатом и ушел в Верховный Совет. Что касается Юлии Владимировны, то, во-первых, инвесторов... За меня проголосовали инвесторы. Я представлял сторону инвестора. Во всем мире есть две стороны. Есть кабинет министров, власть и есть бизнес. Бизнес все время подсказывает какие-то вещи. Власть вправе принимать эти подсказки или не принимать эти подсказки. Наше дело подсказывать. Что мы и старались сделать. Я давал добро Юлии Владимировне, что я пойду в правительство. Естественно, этим бы я себе закрыл полностью перспективу политическую. Но я четко сказал, и я говорю об этом откровенно, что если бы я пошел в правительство, то только до января 2010 года. И почему я так поступал? Вы знаете, как нормальный, порядочный человек. Я знаю, что необходимо делать в такой ситуации. Я умею это делать. Я чувствую силы. И если бы мне делегировали определенные полномочия, поверьте мне, кризиса было бы меньше в стране. Потому что так устроен кризис. Он слабее действует, слабее разрушает страну, если опережать его, если понимать его логику, философию. У нас, к сожалению, мы бьем по хвостам и бьем очень слабо. О кризисе вы говорили еще в августе минувшего года. Да. А почему к вам не прислушались? Действительно, говорил настолько в августе. Настолько ваши были слабые позиции тогда при правительстве? Дело в том, что каких-то позиций у меня и не было, и сегодня нету. Мое дело советовать, мое дело подсказывать какие-то вещи. Прежде всего, от инвесторов. Мы десятки законов генерируем, десятки решений генерируем. Прежде всего, они направлены на улучшение бизнес-среды. И для внутренних инвесторов, для нашего малого среднего бизнеса, и для инвесторов с Запада. Я еще раз хочу сказать, дело власти, прислушиваться к ним. Знаете, не только к Тимошенко. Президент собирал много раз банкиров. Я ходил туда и говорил совершенно откровенно те вещи, которые, на мой взгляд, важны для страны. Мне не стыдно, знаете, поддержать кого-либо, лишь бы они дело делали. Я готов поддерживать Тимошенко, Януковича, Ющенко, кого угодно, лишь бы это шло на пользу. Если они будут слушать, пожалуйста. В 2002-2004 годах вы являлись руководителем Национального банка Украины. В этом времени говорили так, позволю себе цитату. «Я уже ощущаю себя больше банкиром, нежели политиком». «Зеркало недели», 25 января 2003 года. У меня такой напрашивается вопрос. Вы очень грамотный, очень мудрый, очень опытный бизнесмен, банкир. Почему бы вам сейчас не возглавить Национальный банк для того, чтобы позволить банковской системе выйти из кризиса, тем более, что тема вашего диссертационного исследования была посвящена формированию и государственному регулированию коммерческих банков Украины. Да, вот сейчас я еще в ближайшее время думаю начать докторскую по кризису, поэтому я еще на этом поспециализируюсь.
Знаете, очень важный банковский кризис, очень важно его преодоление. Почему? Потому что даже если ситуация улучшится на внешних рынках, если мы не стабилизируем финансовый сектор, стабильного развития в стране не будет. Нам все равно необходимо входить в собственность банков, государствовать их, забирать в собственность государства и потом финансировать. Очень важный момент. Вот. А почему сегодня мне это не интересно сегодня? Почему? Я скажу почему. Потому что там ты становишься специалистом, действительно. Там ты должен быть абсолютно аполитичен и работать, прежде всего, на стабильность гривны, на борьбу с безработицей и так далее. Немножко ограничены. Сегодня надо больше влиять на власть. И тут надо быть политиком, оставаться политиком. Ну, с одной стороны, вы хотите быть политиком, и вы знаете, как это делать. С другой стороны, вы знаете, как вывести банковскую систему из кризиса. Ну, как бы умышленно уходите от своей помощи. Может быть, здесь вот как бы есть такой алогизм, который как бы не на вашу пользу сыграет, как вы считаете? Дело в том, что вот мне кажется, что когда приходит кризис, тут очень важно, чтобы правительство понимало, что такое национальный банк, и что такое проблемы банковской системы. А Национальный банк прислушивался к проблемам правительства, потому что вот очень сегодня... сложно в данной ситуации политической прислушаться сегодня, друг к другу. Но сегодня они не пытаются этого делать. Сегодня они работают абсолютно несогласованно. А это беда для любой страны. Во всех странах это практически единое целое. Там есть какие-то споры, есть какие-то дискуссии, но это все работает как единый механизм. Сегодня у нас часто ситуация чем хуже, тем лучше. К сожалению, не берется в расчет 46 миллионов людей, берется в расчет какой-то политик, которого надо потопить, несмотря ни на что. Вот. Мне кажется, что у меня есть действительно понимание и того, все-таки вице-премьерство по экономическим реформам, по блоку финансово-экономическому и Национальный банк дает хороший опыт и хорошее понимание. Поэтому я могу работать с двух сторон. То есть вы для себя выбираете политику, а когда сможете достойно занять место в нише на политическом олимпе, вот вы тогда уж примените свой опыт. Я войду в политику. У меня достаточно компетенции для того, чтобы генерировать те решения, которые нужны сегодня стране и на уровне правительства, и на уровне Национального банка. 751-83-84 – это телефон нашей студии. Вы можете позвонить, задать вопрос нашему гостю Сергею Леонидовичу Тегибко. И режиссер мне подсказывает. Телезрители звонят и спрашивают, как с вами можно наладить контакт, связь, ваш электронный адрес, телефон и так дальше. Вы можете сказать? Легко. Я назову телефон приемный 481-48-58 в Киеве. Пожалуйста, обращайтесь. Мы сейчас имеем хорошую поддержку, к нам многие люди звонят. Мы сейчас как раз на таком организационном моменте хорошем, поэтому с удовольствием пообщаемся, посотрудничаем. То есть, другими словами, вы предлагаете людям просто заработать денег им в это сложное время? Вы знаете, боюсь, что сегодня... Боюсь, что сегодня людям придется с нами делиться. Потому что мы не имеем какой-то поддержки такой мощной олигархической. И я этого не допущу. Я уже говорил о причинах. Сегодня продаться дело не хитрое. А вот выдержать самостоятельность дело хитрое. Естественно, я не потяну все выборы материально со своей стороны один, поэтому придет время, мы объединимся. Придут малый и средний бизнес, бизнесмены, которые понимают ситуацию в стране, которые доверят в определенной степени мне. Мы объединим свои усилия. Как-то вы сказали в Киевском телеграфу 30 октября 2003 года о том, что «я люблю конкурировать», цитата. Обожаю это слово. Скажите, с кем вы сегодня конкурируете и по каким параметрам? Есть достойные партнеры ваши и конкуренты, может быть? Знаете, со всеми. Конкурирую со всеми, кто предложит себя на президентские выборы. Я не собираюсь концентрироваться на ком-то или на каком-то регионе, на каком-то политике или на каком-то регионе. Я только приехал из Львова, перед этим был в Одессе, перед этим был в Запорожье, в Днепропетровске, на следующей неделе Донецк, Луганск. Я буду ездить по всей стране, общаться со всеми и буду стараться конкурировать абсолютно со всеми. Вы богатый человек? Очень. По меркам украинским, да. Ну что значит очень? Можете назвать хотя бы порядок? Я владею крупными цифр. Предприятиями, которые сегодня там и страховой бизнес, и вагоностроительный бизнес. Сегодня я не могу сказать сотни миллионов, но точно десятки миллионов долларов. Неужели не хватит на выборы?
Ну, во-первых, это работает. И работает точно так же, как и любой другой бизнес. Сегодня это часто не генерирует прибыли, сегодня это часто выживание. Но на выборы, вы знаете, на старт хватит, мы проведем этот старт. А вот для того, чтобы довести до конца выбора, нет, необходима будет коллективная такая поддержка. Что будет предлагать кандидат на пост президента Украины Сергей Леонидович Тегибко, ну, в качестве трех китов? Во-первых, предложит более справедливую и хорошую страну. А что это общие слова. Ну, если вы говорите о трех вещах, это все равно будут общие слова. Потому что если говорить о конкретике, то это немножко будет длиннее. В первую очередь, нам необходимо консолидировать власть и сделать более управляемой именно систему власти. Потому что у нас сегодня без власти. Сегодня три ветви: президент, премьер-министр, парламент друг на друга показывают и винят друг друга. У нас сегодня нет крайнего. В Бермудском треугольнике очень много пропадает хороших людей. Это такой украинский бермудский треугольник политический. Поэтому с этим необходимо, первый, навести порядок. Вторая позиция. У нас очень плохие стандарты рыночной экономики. Мы должны развязать руки малому и среднему бизнесу, прежде всего своему, для того, чтобы люди получили действительно удочку, как я это называю, а не рыбу, которые будут просить у государства поддержать их тем или другим способом. И третье, нам необходима реальная демократия в стране. Реальная. Там, где есть ответственность, там, где есть власть, там всегда должна быть ответственность. Поэтому вот три кита. Сначала организовать власть, потом улучшать стандарты рыночной экономики и демократии. Если так в общем. А украинская демократия, она настолько молода, юна, я не знаю, если не в младенческом возрасте, но только делает первые шаги. Скажите, достаточно ли у вас сил, у вашей команды, для того, чтобы эти даже три кита, на них положить основы той программы, той политической силы, которую вы планируете создать? Демократия хоть и молодая, но, знаете, другого пути нету. И консервировать каким-то образом вот эти преобразования, которые идут в стране, ни в коем случае нельзя. Вот когда думали о создании какой-то широкой коалиции, там, избрание президента, продление полномочий, вот это я называю консервацией. Этого нельзя делать. Более того, не надо бояться досрочных выборов. Знаете, народ очень быстро умнеет. И те политики, которые имели поддержку и вроде бы были конструктивные, очень быстро все потеряли. Возьмите того же президента Ющенко. Колоссальная была поддержка. Люди быстро разбираются с этим. Не надо этого бояться. Я думаю, что я неплохо подготовлен, и я понимаю, каким это образом можно делать. Сейчас действительно надо сконсолидировать сторонников в партию, и вот таким коллективным умом многое можно сделать, многое можно изменить. У кого будет кандидат в президенты Тегибко откусывать, грубо говоря, голоса? Где ваше электоральное поле? На Западе, на Востоке? Везде. Везде. Врете. Однозначно, я думаю, что я хорошо понимаю центр, в том числе и Харьков, и Днепропетровск, и Запорожье. Но, вы знаете, невозможно и неправильно строить кампанию только на каком-то одном регионе. Это не будет правильно. Это будет означать только одно, что мы опять начнем делить страну по каким-то второстепенным вопросам. Мы опять будем говорить НАТО, анти-НАТО, Россия, анти-Россия, русский язык. И при всем уважении к этим вопросам, это второстепенно. Сегодня необходимо говорить об охране здоровья, об образовании, об экономике, о безработице и о других вещах. Это вот не очень вещи, популярно. Которые будут уже выходить из тех основополагающих вещей, которые будут заложены кирпичиками. Так вот это, я считаю, что вот это основополагающие вещи, политики. Политиков избирают для одного, чтобы они сделали жизнь лучше для людей. А жизнь складывается из коммунальных услуг, из охраны здоровья, как тебя полечили, как ты можешь дать образование своему ученику. А вы знаете, тут много популизма не наговоришь. Это сложные вещи. Это реальные, которые нужно на сегодняшний день, только что-то реальное. Реально мы очень мало делаем. Мы не провели ни одной реформы за последнюю пятилетку. Ничего мы не сделали. Мы не дошли до страховой медицины. Мы не организовали так, чтобы сирота мог получить кредит на 15 лет и выучиться 5 лет в высшем учебном заведении, а 10 лет потом еще возвращать этот кредит. И так далее, и так далее. Мы ничего не сделали. Многие страны это делали. А мы, извините, проговорили все это дело. Проговорили вот эти политики, которые послушаем сегодня... Послушаем вопрос. Алло, добрый вечер. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы представляете себе кандидата президента Сергея Тегибко? Спасибо.
Спасибо. Знаете, национальная идея. Очень такое размытое понятие. Много разговоров о национальной идее. Национальная идея для меня – это сделать конкурентоспособной страну, великая Украина. Мы были 20-й экономикой мира. Сегодня мы уже 43-й или 45-й. Каждый год мы теряем 1-2 места. Для меня вот конкурентоспособная, сильная страна – это реальная национальная идея. Накормите людей, те, которые не доедают, дайте варианты развития сироте, поддержите инвалидов, которые сегодня получают там меньше 1000 гривен, 700-800 гривен, оплачивая коммунальные услуги и так далее. Какая еще более сильная национальная идея может быть в стране? Вот это я считаю национальная идея. Все остальное, извините, много просто пустозвонства. В 2001 году вы планировали завести пчел. Вам удалось реализовать эту идею? У меня есть. У меня деды, отец занимались пчелами. Я сам когда-то в молодости занимался пчелами. Сегодня есть буквально 10-15 семей, но сам я, к сожалению, за ними не смотрю. То есть можно сказать, что вы с действующим президентом и в этом плане являетесь конкурентами? Я имею в виду, как вы что? Он суперпрофессионал. Тут я проигрываю ему. У нас есть вопросик. Послушаем. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Слушаем. А я бы хотел задать вопрос. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Вы извините, не услышали вопрос. Как вот мне подсказывают, значит, вопрос заключался в том, что кто возглавляет областную организацию, той силы политической, которая представляет ТИГИПКО. Знаете, мы сейчас организовываемся, и у нас действительно есть в Харькове уже люди, которые начали этот процесс. Пока что мы подбираем людей. Лучше позвоните в Киев на телефончик 481-48-58, мы вас состыкуем с этими людьми. Цитата. «Святых на политическом Олимпе нет», сказал Сергей ТИГИПКО на странице газеты «День» 14 июля 2008 года. 2000 года, прошу прощения. Зачем вам этот Олимп сейчас? Виктория, и перед вами, и передо мной есть выбор. Или наблюдать все то, что происходит. Знаете, стать фарватер и двигаться, сосредотачиваясь на своей семье, на каких-то личных доходах, на каком-то личном благосостоянии, или влиять. Я наблюдать не хочу. Мне не нравится то, что происходит. Я хочу влиять. Вот почему я туда и иду. Очень сложно. Человек жертвует очень многим. И семьей, и собственным свободным временем, и зачастую здоровьем. Никаких жертв не чувствую. Мне это в кайф, в радость. Потому что семье? Семья не очень будет рада. Но я могу сказать, знаете, если мы проанализируем свои чувства, то больше удовольствия, чем помочь другим, сделать кому-то приятное, мы не найдем у себя. Вот это самое большое удовольствие. Тут уникальный шанс помочь 46 миллионам людей. Это в радость должно быть. Когда-то ваш тренер делился информацией о том, что, я процитирую, чтобы ничего не перепутать, объем вашего бицепса составляет 44 сантиметра, а лежа Сергей ТИГИПКО выжимает 110 килограммов. Что-то изменилось в сфере за 5 лет? Давно не замерялся, но занимаюсь постоянно. 110 пожму. У вас остается минутка буквально. У вас есть возможность обратиться к харьковчанам, может быть, сказать какие-то важные вещи, о которых мы упустили в течение 30-минутного общения. Знаете, особого обращения нету. Я к вам еще приеду и с удовольствием много буду разговаривать. Буду говорить свои идеи. Я вижу, что изменения стране нужны. И прошу об одном. Знаете, не надо уходить в сторону, не надо разочаровываться. Мы должны опять возвращаться в политику. Все причем, максимальное количество. Потому что кроме нас этой работы, а эта работа никто не сделает. Вот на этом можем пока и остановиться. И мы поставим многоточие, поскольку я позволю с вами не согласиться, поскольку считаю, что народ должен спокойно заниматься своей работой. А политики создать такие условия, чтобы народ, эти 46 миллионов, не чувствовали, что они настолько политически участвуют в этом процессе. Виктория, только наверное. Я бы с этим согласился, если бы только не так много зависело от этих людей. Они должны разбираться в людях, и они должны все-таки ставить тех, кто поможет им вести себя, вести такую спокойную, конструктивную, созидательную жизнь. Дякую. Сергій ТИГИПКО сьогодні був гостем нашого вечірнього ефіру. Це була програма «Без кольору». Я Вікторія Маринович. Я з вами прощаюся. До наступної зустрічі.